коллекции. Женя, ты обратила внимание, что на нашей суперточилке можно затачивать не только ножи, но и ножницы. Для этого предусмотрен специальный отсек для ножниц. Он угу. отмечен специальным значком. Отделение никогда не перепутаешь. Вот это очень кстати. Острых ножниц у меня в доме не было никогда, поэтому я принесла те, что были. А вот я и проверю, насколько они у тебя острые. Возьму картон и попробую нарезать твоими ножницами. Да. Ну, Вася. Посмотри, они не режут, они просто мнут картон. Давай я заточу ножницы нашей суперточилкой. Итак, берем точилку и проводим. Раз, два, три. 4 по лезвию, теперь по другому лезвию проводим. Раз, два, три, 4. А вот так. Теперь, Вася, попробуй. Итак, смотрим. Совсем другое дело. Да, эта точилка действительно способна творить чудеса даже с высокопрочной сталью. Стильная, легкая, надежная, практичная и долговечная.